Должники остались без газа. Судебные приставы вместе с представителями компании-поставщика коммунальной услуги провели совместный рейд. Выбор пал на Советский округ Омска. По статистике, именно жители этого района чаще других не платят за газ. Одна из них – Варвара. Шутки ребятам играть с нами не надо. Вам уже однажды начальника выпросили. Идите просто отрубайте тупо и все. По информации судебных приставов, Варвара 40 месяцев не платила за газ. Долг превысил 21 тысячу рублей. По решению суда в этой квартире газ следует отключить. Пока рабочие заваривали трубу, женщина продолжала в грубой форме высказывать свои претензии. Ну вы делаете дела. Ну вы делаете уже. Вы что не разговариваете? Вы что не пришли? Пресс-конференцию что устраивать или что? Или делаете, или что? Господи, пришли сделать, так делать. Устроили здесь. За прошедший рейд судебные приставы и представители Омсгоргаза обошли более 40 квартир, произвели 8 отключений от газоснабжения, а должники, в свою очередь, оплатили задолженности на сумму около 50 тысяч рублей. Поэтому можно говорить о том, что подобные мероприятия совместные с поставщиками услуг ЖКХ безусловно влияют на платежную дисциплину ОМИЧей и способствуют исполнению решений суда. Отключение газа – мера крайняя. Подачу голубого топлива перекрывают самым злостным должникам и только после неоднократных предупреждений. И все же право исправиться ОМИЧи оставляют за собой. Газ вернут в квартиры, как только долг будет погашен.